На ужесточении санкций против Северной Кореи настаивает канцлер Германии. Ангела Меркель на последнем заседании Бундестага заявила, что уже в конце недели Евросоюз обсудит этот вопрос. Ядерные испытания в Северной Корее немецкий лидер назвала провокацией и грубым нарушением всех международных норм. В то же время Меркель категорически против военного решения конфликта.